Сейчас мы начинаем показать вам, я же неправильно говорю, но давайте изначально. То есть это мясо называть? Изготовленное в тандыре и на основе тандыр-шурва. Какое мясо это? Баранина? Это говядина. Говядина. Да, очень вкусно, очень калорийное. Томленое картофель, соответственно, здесь очень насыщенный наваренный бульон. Обязательно к употреблению рекомендуется класть лук. Для дезинфекции. Для вкуса. Для вкуса и дезинфекции. Да, или вот печь еще. Ну что ж, а мы сейчас снимем общий ряд туда. Как здесь выглядит красиво. Итак, кушайте тандыр шурва и будете здоровы. Да. Запивайте чаем, да, горячим. Черным. Да, спасибо. Приятного аппетита.